11-летняя Дарья Шмакова уверенно демонстрирует свои танцевальные навыки. Участница ансамбля «Юность» с 3 лет занимается народной хореографией. Ежедневные репетиции после учебы стали любимым занятием третьеклассницы. Рассказывает, что к концерту под названием «Хоровод традиции» они готовились с 1 сентября. Сейчас у меня очень сильно хорошее настроение. Всем коллективом мы разогревались, подготавливались к номерам, чистили их. Вот. И, в принципе, мы готовы. Участники 3 творческих коллективов «Улыбка», «Юность» и «Росток» представили 30 номеров в жанре фольклорных танцев. От русских народных и до вьетнамских мотивов. В программе концерта выступают танцоры в возрасте от 6 до 14 лет. А вот родители юных артистов помогают переодеваться между номерами и настроиться на выступление. Очень много костюмов. Это, посмотрите, у нас на 2 человека вот такое количество модельных костюмов. К слову, эти яркие костюмы юным танцорам шьют на заказ. Удовольствие не из дешевых, но покупка нарядов участникам концерта по карману, рассказывают они. Регулярные победы в самых разных фестивалях приносят свои плоды. Так, Дарья Шмакова и ее юный коллега Артем Карпов, благодаря успешным выступлениям, стали стипендиатами программы губернатора Московской области «Одаренные дети Подмосковья». Мы выиграли коллективом 1,5 миллиона рублей, и я выиграл 500 тысяч. Был очень сильно рад, и мне было весело. Кстати, ближайший фестиваль, на котором эти ребята будут показывать танцевальное мастерство, пройдет в октябре на берегу Черного моря в Сочи. А такие концерты, как «Хоровод традиций», помогают отточить навыки выступающих, получше подготовиться к фестивальным выходам на сцену. Наши хореографические коллективы – это образцовые детские коллективы Московской области, которые становятся, конечно же, победителями различных профессиональных состязаний. Хореографический ансамбль «Юность» много лет становится лучшим в Московской области. Поэтому это действительно наше достояние, не только нашего города, но и нашей страны. Немаловажная деталь. Значительная часть выпускников Центральной детской школы искусств, выйдя за стены «Альма-Матер», продолжают овладевать творческими профессиями уже в высших учебных заведениях. Вот и Дарья Шмакова с выбором определилась. Я хочу, когда вырасту, быть профессиональным человеком, который занимается танцами. Я хочу поступить в ГЖЭЛ или к Моисеевцу. Концерт «Хоровод традиций» в Центральной детской школе искусств длился 1,5 часа. Юные артисты станцевали перед зрителями 30 раз. Именно столько ярких номеров в программе концерта. И это только часть большого 4-часового танцевального фестиваля, который пройдет на этой сцене традиционно весной. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.